А это, друзья, я, это дядя Сережа, и все. Короче, снимал новости я. Новости для чего? Для канала своего прекрасного второго, Fit TV. Кто не подписан, подпишитесь или сгорите в аду. Хотите, покажу вам, как я снимаю новости. Вам интересно? У меня новый фон будет. Новый фон. Врубаю вот сюда вот свет. Вот, пожалуйста, свет. Свет, лампа. Лампа, свет, чтобы не сильно било. Надел на нее этот отражатель. Это мой ноутбук. На нем раньше на этой хрени стояла вот эта хрень. Это газ. Это фотоаппарат. Видели, как это фотоаппарат профессиональный? Это мой фотоаппарат. И вот здесь я записывал. На фоне голубой стены. А здесь покажу что-нибудь. Сейчас покажу вам что-нибудь интересное. Оп. У меня выглядит чуть-чуть. Оп. Вот это я. Это меня, да? Красиво я становлюсь. О, честь так вспотел, блин, аж сижу на. Надеюсь, там мне не было, блин, этот. Че? Че сказал? Это новости, новости. Блин, когда снимаю новости, так жарко, как будто кардио делал. Вот, кто смотрел мои новости? Друзья мои. Нуд, голый. Голый я, да, голый. Друг мой. Друг мой извращенный. Вот такие, друзья, дела. Это я вам показал, как снимается мой, так скажем, второй канал. А вот такие, друзья, волосы, смотрите, как подрастает. Я, кстати, не перископлю что-то, да, в последнее время. Да я, смотри, просто никому и не интересен этот перископ уже стал. Вон, что-то 250 подписчиков. Представляешь, я видеоблогер. Ты видел когда-нибудь вот таких видеоблогеров? Вот с такой банкой. Видал? Вот банка. Видал? Теперь посмотри на свою. Посмотри на свою. Как слеза? Слеза катится по твоей щеке. Или нет? Как тебе? А вот это смотри. Видал? Видал банку такую? Когда-нибудь видел вообще вживую банки по 47 сантиметров? Или не видел? Это все потому, что ты дрищ. Привет, моя прекрасная Дашуля. Наварская с нами. Ху-ху-ху-ху-ху. Вот, короче, я снял. Новости. Как думаете, про что новости? Чисто такие сиськи. Здоровые. Девки завидуют все. Говорят, Серег, ничего себе сиськи здоровые. Я говорю, ну да, не то, что твои две этих маленьких писюльки. Ха-ха-ха. Оп. Свет. О, у меня есть этот, блин, чисто так ярко. Вырубил. Такие, друзья, дела. Так, спасибо за поздравления всех ребят с праздником, с этим дурацким, и что, и все. Спасибо, что поздравили меня, я очень безумно рад этому. Так что, такие дела. Порностар, порностар, I am порностар. Порностар from Russia. Такие пироги. Что еще у вас интересно? Так, Сисяндры, Нарцисс, так, Гошан в больнице. Когда Гошан в больнице оказался? Психиатрической, что ли? Мне кажется, он уехал на остров какой-то вчера. Что еще? Спасибо, Дашуль, спасибо. Я стараюсь, прогрессирую чуть-чуть, понемножечку. Понемножечку, помаленечку. Волосы немножко отрастились. Скулы так
Есть. Есть пул-то? Вот так вот снимать. А, есть шарпийское лицо. Надо второй подбородок намутить. Вот, вот. Так. Сейчас скажите, что кушал. Я кушал. Шейк делал. Вот он. От него осталась вода. Я взял два яблочка, они, правда, были потухлые немножко, зато они стоили по акции, 14 бат я купил. Вот, и что еще, льда туда бахнул, и белочка. И белочку, у меня есть белочек. Спортпит! Миронов, ты же спортпит, говоришь, что это хрень полная. Походу, вы меня не особо хорошо поняли, но... Бывает что. Бывает. Портпит, кстати, не использую. Никогда, кроме подготовок. Подготовок, когда хочется жрать. Хочется жрать. Когда хочется жрать, а белочек, если намутить там со льдом, чем-нибудь вкусненьким, такая, как мороженое практически будет. А дядя Сережа очень любит мороженое. Дядя Сережа вообще любит пожрать. Ему только пожрать. Жрать и жрать и жрать. И все. Достал уже Азия, кстати, меня. Но ничего, я держусь, друзья, я держусь. Так хочется свалить ваш говеную хрень, где 0 градусов, слякоть, мерзость, серость и мерзкие русские. Но я буду находиться здесь, где тепло, фрукты и мерзкие русские. Не только русские. Че еще, че еще? Ты в теме не смотрел? Ну так, что-то смотрел какие-то куски. Вот. Пока ничего не могу сказать. Да я вообще не любитель всех этих трансформаций дурацких. Кстати, это будет в новостях у меня. Про трансформации, про всякие. А вот. Так. Что еще, что еще? Когда снял видео с лысым, снял. Guy. You guy? Так. Я что, похож на гея, что ли? Ты посмотри, какой я лысый в брутальной майке, в черной. Разве я гей? Я тут наварскую клею. Ха-ха, ты говоришь, я гей. Так, ну что еще, что еще? Солнца хватает. Да, Шуля, солнца тут очень много. Какой я рыжий-то? Ты что? Я блондинистый блондюган. Видел таких когда-нибудь? Так, дядя Сережа, да, майк хотите мою писать? Еще разок. Так иногда смотрю в перископ и думаю, блин, что за дохлая банка, а иногда думаю, ничего себе, такая огромная банка, как выходит. Вот у меня такая майка. Что написано? А? У вас, наверное, в зеркальном отражении, да? Хреново, не видно. Six pack. Че там? Coming soon. Такие дела. Six pack. Следующим летом, короче, six pack. Так, можно ли подготовиться к Man Physique за 4-5 месяцев? Смотря от чего отталкиваться. Ты такой дурацкий вопрос задаешь, а? Вот как я тебе скажу? Могу ли я подготовиться в бодибилдинг за 4-5 месяцев? Но если я 130 килограмм уже и четкий, то почему бы и нет? Так, видел про иммигрантов, да? Да, я там был. Я там был. Я, кстати, посмотрел, 8 миллионов просмотров уже собрали, так что я звезда. Я есть в фильме, который собрал 8 миллионов просмотров англоязычным. Англоязычном фильме, и там я на 3-й минуте 40-секундной какой-то секунде. А, так, новости не знаю я, завтра ли выйдут они, если только вечером. Про бодибилдеров не магия выложил, надо поглядеть, может быть даже комментарий какой-нибудь напишу сейчас. Под коктейльчик, сейчас забабахаю себе льда, яблочко. Вот, хотя у меня есть, блин, говяжий стейк. Я так давно не ел красное мясо, не знаю, зачем купил. 6 пакетов скоро придут на майке.
six-pack. Ты что, не знаешь, что такое six-pack? Это ж пресс. 6 кубиков. 6 кубиков, друг мой. О, спасибо, друзья. Вот спасибо за ваши теплые слова, за поддержку, за какую-нибудь хрень всякую, которую вы пишете. Я очень этому радуюсь периодически. А вот. И что еще? Да ничего. 65 килограмм? Это Дашуля? Дашуля, 65 килограмм? Ты что? Ты что, не состоишь в паблике 40 килограмм? Даша у нас бодибилдер. Девушка-бодибилдер. О, опять еще хорни. Я узнаю эти всякие... как его? Всякие дурацкие гейские сообщения. Love from... Приста 80-65. Боже ты мой. Пойди съешь что-нибудь хоть. Булку какую-нибудь. Намажь ее мороженым и сгущенкой и съешь. Hi from Montreal. Hello from... Что сказать-то? Russia? From Russia? Или Таиланд? Что говорить-то? Я вроде за это самое. За Россию, наверное, больше. За русскоязычное братство. Так, правильная сушка. Блин, ну чё, как я могу рассказать? Я вот не хочу растягивать на 10 минут. Так что бери консультацию. Хо-хо-хо-хо-хо, продай, Серёг продажник, Серёг только попробуй заработать. Да, друзья, давно не было меня в эфире, и вот я появился ненадолго. Даже 1,95 м. Когда встает на каблуки 25-сантиметровые. Так. Вы продуктами? Не, в этот рынок мы не ездим, но я в подобном покупаю овощи. Овощи. Ну да. Я похудел, если брать пачку, на 4 кг. Когда она приезжала в Таиланд. Четверочка. Может, у меня и пресс появился, как вы думаете? Вряд ли, наверное. Наверное, вряд ли. Он даже кого-то приглашает. Но добавился один человек только. Походу, никто не... Все, эпоха перископа поднялась и закончилась. 165, блин, людей смотрит. Что за говно вообще? Что за говёная программа? Раньше было, блин, по 700. Хотя бы по 500. 162, но это вообще ничего. Do you speak English? No. Так, денег не знаю сколько. Получаю, все уходит. Так. Так. Спасибо, друг, что ты меня поддержал, что я очень тухлый чувак. Че ты вообще меня слышишь, что ли? Не трать ты свое время. Иди отсюда, иди вон из моего перископа. Черт тебя, блин, побери. Да, надо развивать больше YouTube. Все-таки. Перископ какая-то мертвая хрень. Мертвая хрень, но все равно может кто-то добавится ко мне хоть. Купит мне методику. Купит у меня методику, я буду еще богаче и куплю себе кокосы. Кокосы, все деньги уходят на кокосы. Так. Давай донать мне, блин, 500 баксов, сейчас покажу тебе пресс. По-английски. Как по-английски, надо сказать. Вот, $100. Это $100? $100,000. $100,000. Забацаю видос, не переживай. Как появимся мы вместе, сразу забацаю видос. Знаете, где я? Как вы думаете, где я могу быть?
Это, сука, туалет. Он же душ. Да, сука, туалет, он же душ. Оп. Подожди, вон, где Сережа? О, видали? Это я. Я в туалете. Оп. Сейчас, знаете, что я делаю? Заценю пресс. Хотите? Главное, чтобы у меня две туалетных бумаги. Вдруг что? Вдруг что? Вдруг пюр протеина подложит. Оп, сейчас покажу пресс. Яйцами не светанул. Интересно. Сейчас есть пресс? Как думаете, есть? Ну что, видно? Видно хоть чуть-чуть? Дави, Серега, дави. Ой, вот такие дела. Че, хреновый был, что ли, связь в туалете? А? Че, никто не увидел мой пресс? Вот говно! И не увидите никогда. Как говорится на этой футболке, пресс будет чуть попозже. О, а мне ж воды нет. А, не, я ж купил. А. Ладно, говнокачество, да и хер с вами. Все равно народу мало. Все равно народу мало, особо париться не было. Так, че еще? Ну давайте несколько дурацких вопросов. Что вас интересует из моей жизни в последнее время? Я вам расскажу и все. И буду дальше тупить, там, может, видео помонтирую. Я Сергей Викторович Миронов, Сергей Викторович, 25 лет. 25 лет, он чистит глаза, как будто я накуренный. О. Я блогер, фитнес-блогер, чемпион какой-то там по физикам, что-то выиграл. А, с нашего спора, сколько прошло времени, мы спорили с Наварской на пресс. Мне кажется, мы поспорили неделю с чем-то назад, у кого будет четче пресс. Вот. Ну, когда надо этот итог подводить? В марте, наверное. В марте. Так. Ну, что еще? Новый видос, может быть, завтра вечером будет у вас. По вашему местному московскому времени. Так, что? Может, увидимся в Тайчо? Какой? Че? Куда? Мясо с рыбой на Пхукете я покупаю в Марка обычно. Марка. Так, Угор 174 рост. Рост. О, сиськи. 174 вроде у Гаша на рост. Ну или там плюс-минус. Плюс больше. Так, в Тае, может увидимся. А может и не увидимся. Фильм про иммигрантов не смотрел, на английском, я ж такой качок. Тем более он такой долгий. Почему так долгий? Катаболизм сразу наступает. Мне нужно видео не дольше 10 минут смотреть. А то я начинаю тупеть. Представляете, если я стану еще тупее, я же, блин, вообще начну биться в дверь головой. Смогу завести байк и умру с голоду. Либо начну, не знаю, что-то у меня есть. Есть лук. У меня есть лук дома. Буду есть лук, пока Гошан не приедет. А, Японию бы с радостью полетел. В Токио. Одна из мечт моих сгонить в Токио. О, но как-нибудь сгоняю, по-любому. Пока у меня из планов это немножко России, немножко Европы и, наверное, может быть, Китай. Но это все так меняется в жизни вообще. Сейчас так скажешь. А потом ты бах и президента России. И все. И можно никуда не ехать. Если я буду президентом России, представляете, сколько мне придется ездить. По всяким странам, на лимузинах, на всяких.
Да он, да, Шуль, просто обезвожился сегодня, наверное, много кардио делал, мало пил, вот и лицо подошло, а так-то я жирный. Жирный, все жирный остался. Так, от Макса привет, Максу тоже, Беларусь. Че? Спасибо, дружище, спасибо, приятный комментарий, люблю читать. Ну, спасибо. Короче, буду, знаете, что делать? По секрету вам скажу. Короче, буду устраивать семинар, я подумал, да, я как говорил по тикбоксу, но я понял, как мне лучше сделать. Я буду просто собирать, чтобы мне донатили на билет. Чтобы мне донатили на билет, и, короче, я буду ехать в этот город. Understand? Короче, как получается? К примеру, я смотрю, там, я в Москве, там, или в Питере живу. И мне говорят, там, Серег, проведи, то есть я говорю, ребят, донатьте мне на билет, я вам прилечу. Там билет там туда стоит, туда-обратно 10 тысяч рублей. Там хоп-хоп-хоп-хоп, кто надонатил, тот приходит на семинар уже автоматом. Вот и все. Собрал на билет, прилетел, провел семинар. Крутяк же, да? Во Владивосток там 20 тысяч билет. Хоп-хоп-хоп, собирал, жилье сам найду, а билеты вот так вот будут мутить. Так что вот такие, друзья, дела. Вот. О, здорово, Вань, здорово. Как ты там, на Патонге еще? Делать нечего, что ли? Иван Водянов, тренировка плеч у нас была. А? Как 110 килограмм могут выглядеть по-разному, да? И в моем случае это не особо, конечно, мне плюс. Привет, Франция, друзья, привет, Франция. Да, короче, очень мало подписчиков, никто не смотрит меня. Печаль. Печаль. Блин, 30 чем-то тысяч в Перископе подписано. И 145 в онлайне. Вообще тухляк. Вообще тухляк. Привет, Уфа. Последний час уже? Ничего себе. Ну, пожелаем... хорошего полета, добраться, чтобы не было проблем, чтобы был нормальный самолет, где не было народу, чтобы можно было поспать, поесть и чтобы время пролетело очень быстро. Так что будем надеяться. Андреодок. Карта, на фоне карты с этим, поснимая себя. Так. Неоспоримый 4 не жду, я первый даже не смотрел. Завтра начнем день с кардио, как и сегодня, и последние 5 дней. Часика полтора кардио. Ах, как бомбанул с утра, чтобы мороженое можно было сожрать. Так. Спасибо, дружище, спасибо. И тебя с праздником. Всего наилучшего тебе. Всего наилучшего. Через 20 лет я вижу себя 45-летним четким мужиком. Может быть, со щетиной и вообще нормальным таким. Начнем с кардио, а там посмотрим. Я не планировал завтрашний день. У меня есть подписчик из Канады, который приехал. Вот, мы с ним пойдем на Будду. А дальше хер знает. Делов-то есть еще, надо там программу писать, пару скайпов у меня висит еще. А вот. Да и что? Да и все. Потом в зал надо сходить. Черком бы еще кардио сделать. В магазин надо съездить. Помонтировать, может быть. Дел хватает, друзья. По-любому всегда есть что-то делать. Главное делать. Если есть свободное время, надо что-нибудь развиваться. Вот, так что, наверное, надо показать вам банку напоследок. И... Оп! Ничего себе, банка у Миронова здоровая какая, да? Смотрите, как дергается. Ой, Ваня Бадян посмотрел, ну, здоровая банка. Смеешься, что ли? Здоровая банка, говорит. Ой, вот моя банка здоровая. Ну ладно, друзья. Всем хорошего настроения, там,
позитива, добра, счастья. Так что смотрите на этот бренный мир с улыбочкой, даже если у вас серость и что еще. И солью все посыпают, и мерзко, и все ходят угрюмые. Я не парюсь. Так что заряжайте позитивом, одеть Сережа, вот вам немножечко его. Нате вам, 140 человек, держите. Надеюсь, что он к вам долетел. И вот щелчочек для всех хейтеров. Вот вам банка. Дави. Вторую надо показать по-любому. Без этой никак не пойдет. Это уже как-то посимпатичнее, да? Как надо, блин, такой ракурс найти, чтобы она была вообще огромная. О, так, наверное, нормально, да? Ладно, все. Как, черт, блин. Чё, как толстые пальцы, как выключить-то эту всю хрень? Чёрт, заблокировать, пользу, кого-то заблокировал, блин, чё происходит-то вообще? Чё нажал-то?